Крайний север всегда привлекал внимание исследователей для научного изучения. На днях в поселок Чукурдах Алаиховского района приехала для научно-исследовательской работы профессор из Арктического университета города Тромсе, Норвегия, Эва Шьетне. Она побывала во многих странах, в том числе и в России. В Якутии Шьетне посетила Верхнеколымский, Оленёкский, Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский и Намский улусы. Воочию увидела жизнь и быт в якутских селах, встретилась с представителями коренных малочисленных народов севера. Гостью из Норвегии познакомили с самобытной культурой эвенов, рассказали о дальних поездках экспедиции Инди, угостили северными деликатесами. И мы сюда приехали с научно-исследовательскими целями и проводим семинары. Семинары для школьных психологов и для актива села. Вот, мы будем встречались с администрацией поселка по программе развития северных территорий. Это такая большая длительная программа между нашим университетом.